2 октября на детской площадке во дворе домов 11, 13 и 17 на улице Октябрьской прошел необычный мастер-класс «Управляемая городская собака». Участники Лыткаринского клуба юных дрессировщиков «ДИК» под руководством Ирины Саксоновой подготовили для всех посетителей площадки концерт с участием четвероногих друзей. Для нас это тренировка перед соревнованиями. Вот в прошлые выходные у нас прошел чемпионат России по танцам с собаками и юношеский чемпионат. У нас две девочки заняли призовые места, вторые и третьи. Жанна Шведова и второе место Варя Перстнева. Вот. И у нас дебютантка ездила на эти соревнования, Анечка Старкова с Джулей, хотя они там заняли только 14 место, но когда посмотрели оценочный лист, судьи от себя приписали «молодцы». То есть дебют тоже понравился и прошел достаточно успешно. Нужно сказать, что условия для выступления собак были очень сложные. Внимание питомцев то и дело отвлекалось на бегающих детей, игрушки, мячики и резкие звуки. И все же юные дрессировщики вместе со своими четвероногими подопечными справились на 5 с плюсом, продемонстрировав чудеса дрессуры. Любимцем зрителей моментально стал шпиц дрессировщицы Жанны, который показал целую концертную программу. Мы занимаемся в клубе «ДИК» уже около 3 лет. Любим на соревнования ездить, перед людьми выступать. Он обожает, когда много народу. Изначально даже не думали, что будем танцевать. Просто пришли по слушанию научить собаку. Но нас затянула Ирина Борисовна. И нам пришлось углубиться. И это очень нам понравилось. Собака хорошо работала. Вот так мы начали заниматься. В показательном выступлении приняли участие уже знакомый нашим зрителям чемпион мира Амари Марти Гордей с хозяйкой Соней. Впрочем, абсолютно для каждого юного дрессировщика именно его собака сегодня была настоящим чемпионом. И, как всегда, самым преданным и любимым другом. Марина Лопаткина, Александр Тестов. Новости Лыткарино.